Всем привет! Сегодня мы снимем опрос, как подготовиться к 1 сентября. 6, 11, 8, все, много, нисколько. 5 книг. Я все прочитала. 0, 10. 0. 0. А так я читаю те, которые мне нравятся, книги. Пока никак. Никак, морально, возможно. Физически и морально. Хорошо. Покупаю вещи. Я покупаю все на год вперед. Хожу по магазинам, покупаю всякие там, канцелярию покупаю, одежду. Я из одежды уже все купила, а канцелярию, это проблема. Книги читаю. Никак. Покупаем ручки всякие. Никак. Я покупаю канцелярию, одежду. Стараюсь больше проводить времени на учебе, чтобы были хорошие оценки. Готовлюсь просто к всем контрольным заранее, изучаю программу заранее. Да, я пишу. Делаю уроки. Настраиваю себя на позитивные мысли. Стараюсь учиться и вообще ничего не делаю, как получится. Я понимаю много чего, так что мне не важно. Если я не пойму, я все равно должна понять. Учусь. Ничего. Готовлюсь. Ничего. Ничего.